Под звуки бравых маршей поздравления принимают отважные служащие Чкаловского гарнизона. В Доме культуры имени Валерия Чкалова отмечают День военно-воздушных сил Российской Федерации. В этот праздник у каждого жителя Щелковского района, Подмосковья, да и всей России для храбрых летчиков найдутся особо теплые слова. Пожелать хотел бы профессионального долголетия, достижения новых высот. Ну и ребятам, которые на срочной службе, чтобы вы, ребят, получили удовольствие, чтобы вы стали настоящими мужчинами и чтобы всю жизнь вспоминали это время и с гордостью вспоминали то, что вы служили в военно-воздушных силах. В преддверии Дня военно-воздушных сил России, конечно, хотелось бы поздравить всех с этим большим российским праздником, потому что в свое время именно Советский Союз, Россия показали, что за кратчайший срок мы в состоянии производить великолепную технику, которая способна выполнять все поставленные задачи, управляемые классными летчиками. Мы видим, что страна возрождается, возрождаются вооруженные силы, возрождаются военно-воздушные силы. И сегодня можно с уверенностью сказать, что наше небо под надежной защитой, как это было и раньше. Мне очень приятно сегодня быть на вашем торжественном собрании, так как смотрю на вас, ветераны, в хорошей еще пока форме, слава Богу, воины, летчики, штурманы и другие специальности авиационные. Молодые, энергичные ребята находятся в этом зале. С 30-х годов прошлого века и до наших дней авиационная база в Чкаловском оставалась надежным подспорьем военно-воздушных сил нашей страны. В день праздника действующие военнослужащие аэродрома и ветераны ВВС не только принимали поздравления, но и получали награды. Начальнику Чкаловского гарнизона Сергею Мовчану был вручен орденский знак за верность Отечеству. Сам командир авиационной базы отметил, что многие действующие военнослужащие гарнизона стали обладателями наград государственного уровня буквально в этом году. На сегодняшний день, за период с сентября прошлого года до настоящего дня, 28 человек награждены государственными наградами в рядах Чкаловского гарнизона, которые принимают участие в той деятельности, которая проводится сейчас в Сирийской Арабской Республике. Я хочу прежде всего, товарищи ветераны, вас поздравить с праздником Днем авиации. Вас, молодые люди, которые только-только поступили в ряды вооруженных сил, приняли присягу. Вас, уважаемые товарищи военнослужащие. Александра Гранич, Сергей Василевский, телерадиокомпания «Щелково».